находимся на Акшаре. Рождество. Багорик-то нет у вас? Хороша! Ну давай, не тяни, как говорится. Есть. Нет, маленький. Красав! Взяли! Ну вот, с рук вот так. Да, надо верить. Надо верить. Есть? Тихо. А ну, Макс, по ощущениям, что чувствуешь? Грамм на 200. Баграта нет ни у кого, что ли? Устала. Прям дергается. Устала. Не зря вот на яму все-таки есть она. Помогай кто-нибудь, мужики. Не-не-не, я имею в виду за башку, если что взять. Если что, за головку ей подержать. Ух ты! Серега, вот это да! Ну, Максим, возьми-ка ее. Подними. Вот это щучка. Да, 2200, 2300. Классная щука. Эту жаречку заново зарядим. А у тебя двойнички не сильно большие, гляжу. А ты этот живец маленький. Я не взял, мне думаю. Ах, какая. Борец. Лежишь. Отлично, щука. Лежишь. Находимся на Акшаре, Рождество 21 года. Московское время 11:04. Вот. Мы уже пробурили еще к 20, к 30 дыркам, короче, еще 3 добавили, немножко поменяли расстановочку. Сейчас там... идем к костру, там я вижу, у нас подпрыгивают щуки, рыбалка продолжается. Классно проводим время. Ну? Ждите, скоро вернемся. Так. Желательно по истечении часа чуть-чуть пошевелить живца. Немножечко, чтобы он там его... Ага. Чтобы он не спал. И ледочек проверить. Просто шевельнуть его. Сейчас пройдемся по нашим жерличкам. Сколько мы поставили-то? Так, 10 по прямой, 10 параллельно. 30, наверное, нормально, 3 уже сработано. Сработочки пока есть. Вот так вот, раз ледочек. И ему вот так вот. Оп, его. Угу. Чуть-чуть шевельнуть. Чтоб он не спал. И все, стоит дальше. Классная рыбалка сегодня у нас.
Вот так вот его. Опа, ой какой. Это крупный живец. Но крупный живец говорит о чем? Что мы хотим поймать крупную щуку. Примерно выбирай вот такую. Вот. Как рост. Мелочь нам не нужна. На большой яме стоит ли щука. И вот какой бойкий. Ух ты, вот так вот ему раз немножечко так спать не даешь. И заново. И она, если рядом стоит, подошла, задумалась, а он зашевелился. Съел, стоит дальше. Увидимся попозже. Смотри, он тут глоту таскает. Вот она, вот она. Помогайте. Держу. Ух ты! Класс. Хорошо. Сейчас. Ушка из петушка. С сальцом так и ножик. Сейчас костерку. Домашний какой петушок. Молодец, бежал. Жень, какие специи будешь использовать при приготовлении нового этого блюда? Хурма. Лавровый лист, перец. Хурма. Лен тащит. Да? Не показалось же, да? Нет. Хурма. Репчатый лук. Исключительно на природе, на чешском снегу используем. Здесь особенный. Потом добавим. Ракан такой. Ну, наверное, сейчас живет. Я давай позматывать. Разматывать, я вытаскиваю. Ну, лунки ушла. И вот здесь. Природа. Легкий перерывчик на досуге. Петушку добавляем. Основной ингредиент. Все заготовили дома заранее, чтобы взять не морозить руки. И руки мы сегодня здесь морозим только когда вытаскиваем щук. Жень! Сколько по времени? Когда кушать-то вы? Минут 40. Ну хорошо. Все готово. Сейчас посолим, специи, все. Что, свесишь? Сейчас, Серёга, ты кокос. Слушай, есть плотва, есть ерши. У нас работочка очередная. Время 2 часа, снегопад был, сейчас уменьшился. Сейчас Анатолий будет вытаскивать, проверять работочку. Есть. У тебя багорика нет никакого? Есть. Дмитрий, если что, поможет. Небольшая. Небольшая щучка. Небольшая? Максимка тоже сказал, на 200 грамм тянет, а в итоге тут на тот пока. Есть. Сейчас ближе к лунке поймем. Ну все. Давай, тащи. Ну как водичка заиграла. Опа!